Приветствую вас, дорогой зритель! Вы на канале Life of Galina, жизнь Галины. Во-первых, хочу вам пожелать приятного просмотра, отличного настроения, мира в душе, мирного неба над головой. Это самое главное. И во-вторых, я просто в настроении, вот такая второй день, такая зима красивая, решила, пока я ехала, заснять, поделиться, кому интересно посмотреть, как в Америке. И расскажу, что мне придет в голову. Вот так, я ехала аккуратно, скользко, но колеса хорошие, готовы к зиме была. К зиме. У меня первый молдавский язык, русский и английский. Поэтому у меня может быть акцент. Но это не самое главное. Главное быть человеком. Есть добрые и плохие, как говорится, в любой национальности. Так что национальность не имеет значения. Имеет значение, кто мы есть, какими мы есть. Я это на ходу рассказала, даже и не думала, что я заговорю об языке, национальности и вообще. Вот, смотрите, слева гаражи, но обычно люди оставляют машину на улице. Вот так. Получается, каждый дом имеет на две машины парковки. На две машины в гараже. Вот. Я пока окна освободила, чтобы могла ехать, и на капоте снег оставила. Ручки замерзли, и такой мороз. И это быстрее надо было ехать, потому что мой муж ждет. Он добирался на автобусе с работы. Обычно я иногда везу на работу. И вот вчера я его отвезла. В 11 ночи нужно было забирать. Но из-за погоды он остался. И утром добирался на автобусе. Я сейчас на остановку поеду, автобусную остановку. Вот сейчас мне надо объехать, потому что непонятно. Тут как бы три полосы налево, прямо и направо. Но из-за снега вот полосы не было видно. Вот. Ну ничего, объехали, все аккуратно. Здесь справа торговый центр. И такое солнышко, прекрасное настроение. Наигрались во дворе с детками. Детки такие рады. И взрослые. Ну, у нас обычно зимой дожди идут. А иногда вот такая зима радует. Ну, несколько дней продержится снег, и обратно будет дождики. Или просто пасмурно. Обычно, когда солнышко, у нас холоднее, а когда дожди, теплее. Ну, штат Вашингтон, Орегон. Такой климат. Летом не жарище, и зимой не холод. Нет холода, как обычно, холода. Я все машинально, все на ходу рассказываю. И как бы не собиралась, не готовилась. Я вообще это видео снимала для музыки, но решила по-другому. Ну ничего, запись хорошая, я думаю, слышно хорошо. Вот подъезжаем скоро. Что я хочу пожелать вам? Я хочу, я вспомнила, мы когда хотим снега,
Едем на Снежную гору где-то час, час 15, может быть, 1,5 часа, самое больше. И на Кян то же самое, тоже недалеко, час, 1,5 часа. Много водопадов, разных водопадов. Чудесная природа. Я обожаю. Я вообще обожаю природу. Она очень успокаивает и заряжает. Поэтому я, когда давно не бываю на океане или на водопаде, я смотрю видео и просто другое настроение. Заранее хочу вас поблагодарить. Подпишитесь. Я буду знать ориентацию. Обычно этот канал я короткие видео делаю. Так, моментом делюсь. Вот. А это уже другая тема. Монтировать или заниматься через компьютер видео, это берет больше времени. Но если будет мотивация и поддержка, конечно, с удовольствием. У меня другой канал есть, просто природа с музыкой так. И чисто это для себя, для людей, кому что. Я очень обожаю свои ролики смотреть. Иногда, когда хочется, вот сяду, посмотрю, где я была. Ну все, заранее благодарю еще раз. Берегите себя и близких, и будьте здоровыми. Делайте добро и воздастся добром. Пишите комментарии, если может какие-то предложения. Будьте счастливы, любимыми. Любите и будьте любимыми. Все, всем пока-пока. Всех благ.